сегодня решили съездить, вернее, Денис решил купить веб-камеру, чтобы проводить стримы. Так что, может быть, это видео выйдет сначала стрима, а потом уже это видео. Ну да, не, мы сейчас все расскажем, покажем, какую веб-камеру купили, а почему увидеть уже это видео в понедельник, сегодня у нас пятница, стримы планируем выпустить в воскресенье, потому что, ну, снимать у нас сегодня много не получится, но к нам сегодня придут делать эти шторы вешать. И нам, ну, Турция есть Турция, тут как бы нет такого определенного времени, которому они придут. То есть день, можно сказать, потерян. Мы по-быстренькому решили сгонять, купить веб-камеру и будем заодно заниматься вот этой всей настройкой, там хотим стрим, чтобы провести нормальный. Не с такого телефона, как бы, чтобы вам было приятно смотреть. Смотрите, как вот у нас теперь хорошо затонированный. Червонка сидит, как взрослая у нас теперь. Они на переднем сидении. Так что насчет собрания до сих пор так ничего и не ясно. Уже всем дали задание узнать. Ну, что-то пока тишина. Но я думаю, что все равно сделают его выходной день, когда все сидят дома. Скорее всего, субботу или воскресенье. Сколько у нас сегодня градусов? Ну, уже 17. 17 градусов, но сегодня прям жарко-жарко. Я хочу вам сказать, если вчера был такой ветерок прохладный, вот мы ездили в Аланию, тоже, кстати, есть видео, мы вам потом его выложим, покажем. Его посмотрят в субботу. Да, в субботу оно будет там. Ну, увидите. Я думаю, девочкам будет оно полезное, интересное. Вот, а сегодня вот прям такая жара. Ну вот, приехали мы в Атан, в магазин. Сейчас пойдем посмотрим. Если еще, главное, будет там все это дело. Долго искали, куда нам припарковать, потому что здесь ставят. Да какие-то ставят, смотрите, вот, друзья. Вот поставил он свой мопед. Вот как вот. И там также второй стоит. Ни машины уже не проехать. Так, ну вот, друзья, есть они вебки. Вот мы посмотрели, так более-менее за 345 лир получается. Вот такую мы сейчас возьмем. Вот так магазин большой. Сейчас еще надо купить HDMI кабель. А вон они вот тоже эти. Вот, но они все те же самые, что и там на витрине лежат. Вот так вот. Ну, большой магазин электроники здесь. Провода. Так, ладно, пойдем мы покупать. Такой же там стоит в этом, да? Угу. Вот смотрите, один выезд здесь. И как вот выезжать? Вот он поставил машину, ему все равно, как другие должны это сделать. Ой, мы тут не проедем. Блин. И там нигде не выедешь, да? Ну, мы-то выйдем сейчас здесь. Вот он идет, наверное. Нет, он тоже смеется. Ой, 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 ой. Мы не кувыркнемся. Там жандармы едут. Ох, слава богу. Вот как они так паркуются? Вот как захотел, так и бросил машину. Так, купили мы, значит, веб-камеру вот такую вот. Ну, наверное, Денис вам потом про нее более подробно расскажет. Ничего не подробно не расскажу. Посмотрим, попользуемся. Ну, какая более-менее была, такую взяли, скажем так, из среднего класса, самую дорогую. И вот такую, что это? Это HDMI кабель, ну, просто трехметровый. А. Так что такие вот у нас сегодня покупочки. Сейчас поедем тестировать их. Тестировать, и нам надо дождаться еще завески. Да. Так, ну вот, друзья, приехали нам вешать шторы. Сейчас вот эти гардины, так называемые, там установят.
друзья, шторы нам повесили. Смотрите, мы специально заказывали, чтобы можно было частями открывать их. У нас получается три части, вот здесь вот тоже открывается. То есть, когда окно будет, ну, открывать, мы его отодвинем, штору, будет солнышко попадать, свежий воздух. Так, это получается... специально заказывали шторы не до конца плитки, вот, чтобы по полу они у нас не волочились. Это у нас получается зона отдыха такая. Вот, смотрите, мы уже фонарик сюда поставили. Вечерами очень красиво здесь получается. Вот, а здесь у нас для хозяйственных нужд, скажем так. Со временем мы хотим сюда вот шкаф заказать, чтобы дверцы открывались, закрывались, всю вот эту вот красоту спрячем. Ну, как-то так у нас получается. Всем хорошего дня, берегите себя. Дерушу Рус, друзья.